Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я покажу вам, как связать вот такой вот симпатичный узор. Называется он ромбики. Вот так выглядит его лицевая сторона, вот так вот изнаночная. Также подробное описание и схему этого узора я выложу на своем сайте. Активную ссылочку оставлю под описанием к этому видео. Раппорт узора составляет 8 петель плюс 1 петелька для симметрии и плюс 2 кромочные. Вязать мы будем лицевые ряды и изнаночные ряды по схеме. Каждый ряд начинать с кромочной петельки, повторять раппорт, в конце провязывать по схеме петлю после раппорта и кромочную петельку. В высоту этот рисунок 8 рядочков. Итак, приступим к вязанию. Первую кромочную петельку мы снимаем. Дальше мы начинаем провязывать раппорт нашего рисунка. Первая петелька изнаночная, и дальше 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это мы провязали раппорт первого ряда. Дальше мы его повторяем до конца полотна. 1 изнаночная и 7 лицевых. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 изнаночная и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петельку в конце после раппорта мы провязываем изнаночной. И кромочную петельку тоже провязываем изнаночной. Переворачиваем наше вязание и начинаем второй изнаночный ряд вязать. Первую петельку снимаем, петелька до раппорта изнаночной провязывается. И дальше мы будем вязать раппорт нашего второго ряда. Вязаться он будет так. 1 лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот это мы провязали раппорт второго ряда. Теперь мы его повторяем. 1 лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 лицевая и изнаночная. Опять повторяем. 1 лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 1 лицевая, 1 изнаночная. И кромочная петелька. Перевернули, и сейчас будем вязать третий ряд. Он лицевой. Раппорт третьего ряда. Кромочную петельку сняли. Вяжем 2 лицевых. 1 изнаночная. 3 лицевых. 1, 2, 3. 1 изнаночная и 1 лицевая. Вот это мы провязали раппорт третьего ряда. Теперь мы его повторяем. 2 лицевых. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 1 лицевая. И опять повторяем. 2 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная и 2 лицевых. И кромочную петельку изнаночной. Переворачиваем, будем вязать четвертый изнаночный ряд. Кромочную петельку мы снимаем. Петельку перед раппортом провязываем изнаночной. И дальше вяжем раппорт. 2 изнаночных. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Повторяем раппорт. 2 изнаночных. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Опять повторяем. 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. И кромочная, изнаночная. Переворачиваем. Пятый лицевой ряд мы вяжем так. Кромочную сняли. 4 лицевых петельки. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная и 3 лицевых. 1,
два, три. Это раппорт пятого ряда. Теперь повторяем. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная. 3 лицевых. 1, 2, 3. Опять повторяем. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная. 3 лицевых. 1, 2, 3. Петельку после раппорта провязываем лицевой и изнаночная. Это кромочный петелек. Переворачиваем наше вязание и будем вязать 6 изнаночный ряд. Кромочную сняли, петельку перед раппортом провязали изнаночной. И дальше вяжем наш раппорт. 2 изнаночных, потом лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Это провязали раппорт 6 ряда. Теперь его повторяем до конца полотна. 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Повторяем заново. 2 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. И кромочная петелька, мы ее провязываем изнаночной. Переворачиваем вязание и вяжем 7 лицевой ряд. Кромочную петельку мы снимаем. Дальше вяжем раппорт. 2 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная и 1 лицевая. Раппорт мы провязали, теперь его повторяем. 2 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная и лицевая. Все, повторяем. 2 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, лицевая. Петельку после раппорта провязываем лицевой и кромочная изнаночная петелька. Переворачиваем и вяжем 8 изнаночный ряд. Он у нас заключительный. Петельку перед раппортом изнаночной. И дальше начинаем раппорт. Лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая и изнаночная. Это раппорт 8 ряда. Теперь мы его повторяем. Лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая, изнаночная. Повторяем. Лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая, изнаночная и кромочная изнаночной петелькой. Все. Мы провязали все 8 рядов нашего рисуночка. Вот так вот еще раз покажу. Он получается. Получается рисунок очень красиво. Поближе. Очень красиво будет смотреться на свитерах. Как детских, так и взрослых. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии, вопросы. Вы были на канале «Вяжем дома». Всем пока-пока!